Всем привет из карантина. 270-й день. Уже это мозг напрягать надо, считая дни. На Чембулаке холодно. Прям дубак. Вот 11, солнце еще не вышло. Сверху там кое-где солнце есть. Но я спустилась вниз, потому что скользко, камни. Ну и вообще как-то неуютно кататься. Пока покатаюсь внизу, абонемент на целый день купила. Бугель работает с 9 до 5. Ну, тут в 5 уже ночи, не знаю, как кататься. Закат в городе 17-15. Ну, посмотрим. Я не думаю, что тут для бугеля свет включает. В общем, левый талгар не работает, подъемник не работает. Поэтому, ну, мне сверху сегодня кататься не понравилось. Может, в районе обеда поеду. Пока вот так. Солнце я еще не видела. Марк стоит. Наташу я пока не видела. Вот спортсмены бегают. Им и лыжи не нужны. Холодно сегодня. Минус 12. Вон наш милый город, накрытый шапочкой. Неделю мы не видели солнца. Солнце я последний раз видела неделю назад в Дубае. Сейчас чуть-чуть покатаюсь, вспомню, как это делается. Наверх поеду.
GoPro сегодня забыла.